будем про коронавирус говорить. Сегодня, наверное, это будет одна из главных тем, потому что Женя у нас врач, конечно, и потому что там в Америке ситуация несколько другая, чем в России, да, и уж тем более другая, чем в Китае. США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни. Расскажи все, Жень, вот дошла, слава богу, очередь, расскажи, что там с этим коронавирусом происходит в США. Вот запретили всем, кто был в Китае, въезжать, но, соответственно, а китайцам-то запретили или только иностранцам, которые были в Китае, а потом поехали в США? Китайцам из Китая можно, расскажи. Я так понимаю, что если ты гражданин Соединенных Штатов, тебе ничего, конечно, значит, по Конституции они не имеют права запретить въезд. А иностранцам, да, пытаются всячески ограничить. Но этот небольшой шпаргалку себе сделал с утра. Я сказал, что я врач, но я не вирусолог, не бактериолог, я невролог. Ну, в общем, этот называют его бета-коронавирус. Официальное название у него 2019-nCoV. N это novel, что значит новый, cough, коронавирус. Вот. Он оказывается, той же семьи, что обычные вирусы гриппа, которыми все болеют периодически. Вот. Но оказался типичным, мутировал и напоминает по строению ДНК два других вируса. Один назывался MERS, второй SARS. MERS это, по-моему, Middle East Respiratory Syndrome, то есть синдром какой-то там респираторный Среднего Востока. А SARS это что-то acute, в общем, острый респираторный синдром. Это, в общем, такие же два коронавируса были, которые, я так понимаю, тоже вызвали атипичную пневмонию, не знаю, какие-то гадания говорят. И вот он очень схож с ним, это необычный вирус, к нему нету лечения. Я тут посмотрел, там Мишустин, по-моему, заявил, что препараты против вируса в России есть. Нет препаратов нигде во всем мире. Единственный препарат, который может использоваться, это вакцина. Вакцина еще не выработана. Потом второй момент мне понравился, я помню, ты тоже на днях посмотрел, Си Цзиньпин Путину передал геном коронавируса. Оказывается, что существует банк международный, куда все обязаны по закону тут же сливать вот эти все вирусы, чтобы все население, значит, земного шара не отправилось к праотцам. То есть он ничего Путину не дал. Путин, наверное, не разбирается, я думаю, в ДНК вирусов или в РНК, скорее всего. Вот. А все это в банке данных существует. Американцы тоже выселили своих вирусов. В общем, 5 каких-то там этих штаммов тоже отправили в этот банк. То есть все знают, геном известен. Вирус не живет на сухой поверхности, сразу погибает. Но может передаваться воздушным капельным путем. Сегодня они сообщили, что в Иллинойсе, где там под Чикаго, двое заболели. Вот у нас пока только двое подтвержденных именно вот этим штаммом коронавируса заболел. Причем передача произошла воздушно-капельным путем от больного просто к человеку, который с ним занимался, там, давал ему там помощь. Вот. Лечения нету, обычные средства предосторожности, мыть руки, там, если кашлять, сразу там, обращаться к врачу. И если у него инкубационный период от 2 до 14 дней, если вот после приезда из Китая у вас что-то начинается, нужно срочно там руки в ноги и к местному там своему терапевту бежать, он уже вас перенаправит, куда положено. Что тут я еще написал? Ну, три симптома: кашель, лихорадка и вот осложнение дыхания. Ничего такого нового там нету. И вот они подтвердили, что может от человека к человеку передаваться. Ну, не знаю, такой бином Ньютона не открыли, понятно. И до этого было. Вот, ну и обычные меры предосторожности, опять же, там мыть руки, протирать, там проветривать помещение. Говорит, маски не рекомендуют носить, потому что пока, говорит, у нас, ну, в Америке, по крайней мере, нет вот этого повального, значит, вот этой эпидемии еще. Но они предполагают, что будет наращиваться количество больных, но пока, типа, не паникуйте, все под контролем. Действительно, там они создали комиссию при Трампе, которая там заседает каждый день, что они мониторируют, говорят, что все это в процессе находится. И каждый день там у них на этом на веб-сайте есть такой сайт CDC. Это Center of Disease Control and Prophylaxis. В общем, такая эпидемстанция американская основная. И вот, в общем, они там занимаются с утра до вечера. Как они прям написали, 24 часа, 7 дней в неделю мы стоим на вашей защите.
Ну, еще там такой момент прикольный. Они написали, что ребята там в этом, на этом же веб-сайте, такой официальный сайт государственный. Пожалуйста, не относитесь предвзято к лицам азиатской национальности. Ну, в переводе, что типа если они узкоглазые, то не значит, что они сейчас вас заразят ужасным коронавирусом. Я так понимаю, ну, американцы, знаешь, особо разбираться не будут. Им сказали, коронавирус Китай. Смертельный исход. Все, я думаю, сейчас бизнесы у китайских ресторанов, конечно, вниз пойдут, потому что я вот не пошел сейчас ни в один китайский ресторан обедать на всякий пожарный случай. Да, но не только, я думаю, бизнес это по ресторанной, я думаю, все остальные бизнесы также рухнут. Ну, я думаю, да. Ну, вообще они написали, там пишут, а что там, если посылки, у них полно же из Китая идет посылок. Они говорят, вроде нету. Если, говорит, вирус попадает в среду обычную, такую климатическую, буквально там 15-20 минут он неактивен, умирает. То есть он такой не жизнеспособный, как они говорят. Вот. Но еще они говорят, что это вроде такие вирусы живут, обитают, естественно, в среде между там верблюдами, летучими мышами, какими-то дикими котами. И вот эти два других вируса, этот MERS и SARS, они были, по-моему, не то от верблюдов один, другой от каких-то котов в свое время. А вот этот вроде от летучих мышей. Но точно о них пока еще не знают. Процесс идет, как говорится. 14 дней. Причем они написали, что, ну, как естественно, говорят, у всех людей по-разному протекает заболевание. У кого-то в легкой форме, а кто-то, у кого-то летальный исход. Вот. Но они выяснили, что асимптоматичный человек может быть заразным. То есть, если нет никаких симптомов, но он, у него вирус имеется в слюне, то он такой же, знаешь, опасный, как и те, у которых кашляют, чихают там, и сопливятся. Вспоминается этот, знаешь, World War Z, помнишь, с этим, с Брэдом Питтом, когда он там считал по времени, там, 10, да. 9, и там, и понеслось. Да. Сколько времени прав. Очень быстрый инкубационный период у зомби. Ну, видишь, испанка этим тоже славилась. То есть человек, который контачил с носителем, он ложился спать, спал всю ночь, просыпался, все нормально у него было, ни температуры, ничего, а к обеду он задыхался кровью. И вот, ты знаешь, я взял, открыл Инстаграм, забил туда ухань, ну, только на китайском языке, ну, иероглифами. И там открылось такое, я очень сильно удивился вообще, потому что там, ну, наверное, 30 или 40 разных сюжетов, как человек идет по улице, нормальный, все здорово, идет по улице, вдруг отклоняется назад, почему-то все время назад, и падает на спину, все, готовый, приезжают люди какие-то, ну, космонавты, понятно, и утаскивают. И таких сюжетов очень много, то есть ни по европейскому телевидению, ни тем более по российскому таких сюжетов не показывают. А вот в Инстаграме это можно найти. Мы решили сейчас такие вещи брать и вешать в телеграм-канал, то есть на нашем телеграм-канале. Кстати, Иван уже разместил сейчас под видео ссылку на этот телеграм-канал, вы можете по этой ссылке перейти, и там, наверное, уже некоторые такие кадры есть, уже туда, наверное, закинули. Очень много того, что не показывает телевидение, а мы можем увидеть только вот благодаря социальным сетям, и слава богу, что они есть. Да, вот, причем, ты знаешь, всякие Симонян там и прочие распространяют мысль о том, что это некое такое генетическое оружие, которое касается только китайцев, но для того, чтобы остановить панику, что могут заболеть только китайцы, что все остальные не заболевают и, в принципе, заболеть не могут. И вот хотелось бы, ну, ВАТА в это верит, безусловно, особенно в условиях, так сказать, фашистской диктатуры Путина и уже практически каких-то расологических, так сказать, представлений, да, которые в голову заливают. Предположим, да, вот сейчас, секунду, я с этим разберусь, с чатом. Ну, вот до Уральских гор проживает в России огромное количество китайцев. Более того, многие из этих китайцев женаты на русских. И дети у них уже наполовину китайцы. Или там на четверть китайцы.
или на 1/3 китайцы. То есть вначале будут, предположим, что эта мысль верная, и болеют только этнические китайцы. Конечно, будут вначале болеть этнические китайцы. Потом этнические китайцы на 75%, потом этнические китайцы на 60%, потом на 50%, а потом уже заболеют все, потому что вирус так устроен, он приноравливается, то есть он как так же, как человек ищет, где лучше, да, рыба где глубже, а человек и вирус ищет, где лучше. И я правильно рассуждаю, Жень? Ну, видишь, этот... Вообще вся эта теория вот этих пандемий, эпидемий, гриппа особенно, это же, знаешь, никакой, опять же, не бином Ньютона. Я говорю, опять же, вот этот нам чувак с этого, с инфекционных болезней 20 лет назад рассказывал. Очаги все в Юго-Восточной Азии. Каждый год вирус вырывается, потому что там, не знаю, там плотность населения, все, конечно, тут же заболевают. И потом это медленно распространяется там, в сторону Запада. Почему, то есть в Китае это обычно начинается там, там в летние месяцы, до России доходит осенью, вот до нас вот в Штатах доходит где-то вот в декабре-феврале. Вот, прививки мы начинаем получать от гриппа, начиная с сентября месяца. Как прививки делаются? Вот этот штамм, которым китайцы заболели, его высеивают тут же мгновенно, знают какой этот генотип. В это время у них там на фермах выращено какие-то безумное количество яиц, какие там десятки миллионов, потому что вакцина делается на яйцах, и человек, у которого аллергия к яйцам, обычно не рекомендуется такую вакцину употреблять. Вот они с этими вводят этот вирус в яичные желтки, белки, и потом уже на них там синтезируют вакцину, которая распространяется на остальной земной шар. Ну, естественно, там Китай что-то себе там забирает. Я не знаю, там Китай должны... немножко впереди планеты быть всей, как они это решают, я не знаю. Но для Запада это вот так. Для России, для Запада всегда было так. То есть к тому времени, когда вирус до нас доходит, у нас уже есть вакцина. Да, это занимает ее там выработать какое-то время. И вирус, конечно, видоизменяется, проходит. Он там по России, по Европе, уже не тот штамм, которому вакцина была сделана. Но, по крайней мере, хоть что-то, какая-то защита есть. Вот, поэтому вот этот там, кто Голиков или кто там заявляет, они... Такое ощущение, не знаю, там, знаешь, элементарных вещей там медицинских. Как можно такие, знаешь, заявления делать? Я думаю, что действие вируса, так сказать, в пространстве и во времени, это только вопрос этого самого времени, да. Ну, он сам пробудился, и он уже сам уснет, да, независимо от Голиковых и всех остальных. То есть, когда придет его время. А вот когда придет его время, стоило бы определить. А определяет опять же время, извиняюсь за парадокс. То есть, Си Цзиньпин всем остальным дал это время. И страны могут сейчас придумать эту самую вакцину. Вакцинировать население и защититься. Но, как видишь, Жень, в России нет стремления, хотя были биологи, хотя вот в Саратове огромный институт микроб, да и в других... Ну, сейчас уже, может быть, все, там, может, жопа полная. И даже боевые лаборатории были. А сейчас, вроде как, получается, никто не то, что не готов, даже расписываются в том, что они не готовы. Говорят, дайте вот там нам штамм, а то мы как-то не можем действовать. Странные какие-то дела творятся. Ну, если они не могут действовать, они бы могли уйти. Уходить они не хотят. Если случится пандемия, это будет очень большой повод для того, чтобы их послать нахер. Но нам нужно к этому моменту быть готовыми. Понимаете, вирус не убьет столько людей и не покалечит столько людей, сколько калечит и убивает путинский режим. Это аксиома. Но люди будут напуганы жутко. Путинский режим так их не пугает, как напугает их вирус. Поэтому нам нужно быть четко готовы к тому, чтобы начать борьбу именно в тот момент, когда у них все рухнет. Вы видите, они не способны. Они сейчас начнут ссать, безумствовать, побегут, прятаться. Ну, понятно, так оно и будет.